Итак, всем привет! Apple провела свою осеннюю презентацию. Началось все вот с такого красивого видеоролика из мест Калифорнии. Apple умеет делать красиво презентации. В этом году также. Началось все с того, что Тим Кук очень хвалил Калифорнию. Калифорния нас вдохновляет на новые идеи, на новые продукты. Мы очень любим Калифорнию. И гордимся тем, что Калифорния является нашим домом. Домом для Apple. Let's get started with Apple TV Plus. Первое, что представили, это новые сезоны, премьеры новых проектов в сервисе по подписке Apple TV Plus. Я являюсь подписчиком данного сервиса и всем советую, мне очень нравится. Большинство фильмов на русском. Уже если фильм выходит, то уже выходит на русском языке сразу. Лучший сервис, по моему мнению, по подписке. Лично для меня. Starting with iPad. Второе, что представили, это был iPad. Обычный iPad. Приложений на iPadOS на 40% больше. Стартовая цена $329. Без учета налога. Для студентов $299. Заказ сегодня, а доступно на следующей неделе. iPad 10 дюймов. And now let's talk about iPad mini. К моему удивлению, показали iPad mini. Мне он очень понравился. Маленький, как книжечка. Очень интересно. Очень тонкий. Liquid Retina дисплей. Диагональ 8,3 дюйма. Вверху в кнопочке Touch ID зашита. Предзаказ сегодня, а доступно со следующей недели. Next, let's talk about Apple Watch. Следующее, что показали, это Apple Watch Series 7. У меня Series 6. Я вот думаю, Apple, убеди меня перейти на Apple Watch Series 7. Заставь меня перейти. Ну, здесь увеличен дисплей по сравнению с Apple Watch Series 6 и Series 3. На 40%. Увеличены углы на 70%. Появилась клавиатура, можно печатать, свайпать, смайлики отправлять. То есть iPhone теперь не нужен. Анимированный циферблат. Модульный циферблат новый. Двойное стекло. Защита от пыли и защита от воды по новому стандарту. Батарея работает целый день. На 33% быстрее заряжается, чем Apple Watch Series 6. Новые цвета, новые циферблаты, новые ремешки. То есть все это, все обо всем этом говорит. Подойдут любые ремешки. Линейка выглядит следующим образом. Apple Watch Series 7 стартует с $400. Доступно будет позже в этом году. Apple Fitness Plus будет доступен также в России. Ура! Я протестирую, у меня российский регион в телефоне и российская подписка. Первый месяц бесплатно для новых подписчиков, 3 месяца бесплатно, если у вас есть Apple Watch. Также входит в подписку Apple One. Now, let's talk about iPhone. iPhone has forever changed the world. Да, вот теперь самое интересное было, то, чего ждали, iPhone новые. iPhone 13, 13 mini. Все, что говорили аналитики, все подтвердилось. Камера наискосок. По сути, не отличается ничем от iPhone 12.
кроме камер, кроме увеличенной батареи. Сейчас мы на все на это посмотрим. Ceramic Shield, стекло. Оно уже во всех устройствах. Новые цвета показали. Немножко уменьшили челку, дав большее пространство под дисплей. Увеличили, конечно же, батарею. Экран на 28% ярче. 1200 нит. Теперь говорим про производительность. Работать все это будет чудо природы на A15 Bionic процессоре. Вот такой iPhone 13. Цены. iPhone 13 mini от $699. iPhone 13 стартует от $800. Стартовый iPhone 13 и 13 mini имеет в себе память 128 гигабайт. От 64 отказались. Our Pro lineup pushes the limits with our most advanced technologies for our users who want the very best iPhone. Да, вот у нас уже iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Самый мощный iPhone. Ну и, соответственно, будет дороже. Дизайн. Вот мне в дизайне не нравится то, что камера. Немножко выпирает камера. Синий этот цвет шикарный просто. Челку тоже уменьшили. То есть все приведено к единому стандарту. Опять же, Ceramic Shield, стекло. Увеличенная батарея. MagSafe. Чип A15. Новые видеоядра. На 50% быстрее графика, чем в любом другом смартфоне. Дисплей. ProMotion технология. Да, ребята, 120 Гц. Завезли 120 Гц в iPhone. Начиная с этого года, есть 120 Гц. Батарейка 1.5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro. 2.5 часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max. Вот такой iPhone 12 Pro и Pro Max. ProRes видео, ночной режим. Цены. iPhone 13 Pro стартует от $1000, а iPhone 13 Pro Max от $1099. Также накопитель 1 терабайт. Начальная модель 128. Предзаказ пятница. Доступен с 24 сентября. А линейка iPhone выглядит следующим образом. Еще Apple говорила про Environment. Все устройства сделаны из переработанного алюминия. Они заботятся об экологии. Thank you for joining us. Stay safe and take care. И я вам говорю, спасибо за просмотр, до новых встреч, увидимся.